Здравствуйте, снова с вами я, Ирина. Рада вас снова видеть всех на своем канале. Сегодня мы будем рисовать нарцисс жостовской техники. Она всем понравилась, эта техника, и я решила продолжить ее. Если я вас заинтересовала, оставайтесь со мной на моем канале. Будем рисовать цветок. Я подготовила красочку, как всегда, и кисти. Кисти у меня Рублев синтетика. Вот такие. Сейчас вам покажу. Вот мои кисти. Двойка, тройка, 10, 0 Рублев. Мы будем рисовать ими. Я подготовила кипсу тоже. Покрасила ее черным цветом. Но вы можете рисовать любым цветом, каким вам нравится. Главное, чтобы это был темный цвет. В жостовской технике всегда все рисуется на темном цвете. Приступаем к первому этапу нашего цветка. С чего мы начинаем? Мы начинаем первый этап — замалевка. Намечаем себе полукруг, где будет располагаться у нас цветочек. Вот я хочу вот так. Немножко для себя отметили и разделили. Так, примерно наполовину. В первой половине у нас будет, девочки, граммофончик, во второй будут лепестки цветочка. Приступим. Я беру кисть, лепесток троечка. Набираю зеленый цвет. Девочки, как мы набираем? Помните, я вам показывала, как бы прихлапывая, притаптывая красочку с одной стороны. И начинаем рисовать. Из намеченной точки мы начинаем рисовать первый наш, вернее, нашу половинку граммофончика. Поставили, придавили, чуть развернули кисть и в сторону ушли. Вот так. Вот это наша, первая половинка нашего граммофончика. Рядом тут же поставили, придавили, чуть в сторону, повернули кисть и влево. Сверху у нас граммофончик немножко разошелся. Видите, как мы рисовали, девочки? Смотрите, сейчас вам покажу покрупнее. Поставили, прижали и кисть вывернули и в сторону ушли, вот так. И тут же рядом поставили, придавили, разворачиваем кисть уже в другую сторону и в сторону уходим. Теперь у нашего граммофончика мы начинаем формировать наши маленькие лепестки. Идем по кругу. Вот отсюда идем и по кругу. Маленькие лепесточки зависят от того, как вы будете рисовать цветочек, какого формата. Естественно, на ногтях у нас получится поменьше. Я вам показывала видео, как я рисую. Там были маленькие ноготочки. И по кругу рисуем. Мазки идут все на себя, но вы смотрите сами, как вам удобнее рисовать. Вот, нарисовали. Теперь мы приступим к нашим лепесткам большим. Рисуем вторую половинку. Ой, девочки, я не поняла, у меня, по-моему, красочка не высохла, но ничего страшного. Мы намешали серый цвет. Вот наша красочка. И начинаем с первого лепестка. Как мы его рисуем?
Вообще все, я вам говорила, жёстко идет на себя все листочки. Но тут я рисую, как мне удобно. Тут я рисую от себя к центру. Поставила, придавила, приподняла и к центру подвела. Тут же ставлю рядом. Придавили и соединили с первым лепестком. Видите, у нас получилось такое сердечко. И так мы идем по кругу все время, приставляя каждый листик рядом. Поставили, придавили. Каждый листик рядом. Вот. Немножечко мы отступаем от предыдущих. Так, теперь с этой стороны мы то же самое делаем. Поставили, прижали, протянули к центру. Нарцисс напоминает чем-то пятилистник. Вы обратили внимание, что мы идем также по кругу. Вот что у нас получилось. Мы нарисовали граммофончик и лепестки. Сушим 5 секунд. Девочки, теперь мы выполним второй этап нашей работы. Выполним тенение. Мы берем черный гель-лак. Так как он жидковат, то лучше им делать тенежку. Я набираю на кисть, я взяла кисть поменьше. На одну сторону прихлапываю и тут же растушевала немножко, чтобы не сильно много. И иду вокруг нашего граммофончика. Делаю тень. Называется тенежка. Делаю по краям теперь наших листиков, лепестков, вернее, девочки. За счет того, что мы тяним, у нас будет казаться, что выпуклый цветок, листочки, лепестки выпуклые. Чуть-чуть притеняем темным цветом. И под низом притеняем наши лепестки на граммофончике. Тем самым выделяем наши лепестки. Их много взяла. Так, притеняем. Можно разъединить, показать. Вот так мы сделали, девочки. Вот что у нас получилось. Теперь мы сушим 5 секунд. Теперь мы приступаем к третьему этапу после просушки. Мы начинаем делать выправку, то есть поправлять нашу форму цветка после тенюшки. Мы делаем наш тон на один, вернее, наш цвет на один тон светлее, серый цвет, и начинаем делать выправку. Мы начинаем с первого листка, вот с этого. Я хочу показать его, как будто он вывернутый. Значит, я начинаю делать мазок не к центру, а от центра. От
начиная от граммофончика, от низу граммофончика. Поставила. Девочки, мы сильно не давим. Мы слегка кисть прижимаем и на себя. Чуть-чуть, не доводя до конца. Вот так. Затем мы переворачиваем. Так, девочки, нет, вот так лучше, удобнее. Теперь мы идем к граммофончику от края к центру. И тогда у нас получатся листочки, как будто вывернутые. Кисть вот как раз мы набрали, и все, больше мы не набираем. И этой кистью идем по кругу. Пусть красочка у нас кончается. Идем в тень, как бы уходят наши листочки. Вот что у нас получилось. Теперь мы берем зеленый свет, цвет наш. Тоже наш граммофончик будем высветлять. В зеленый цвет добавляем немножко желтого. Чуть-чуть, маленькую капельку белого можно добавить. И тоже показываем наш граммофончик, где снизу поставили. Так же мы все делаем, как мы начинали его рисовать. Поставили. Поставили, прокрутили и протянули. Рядом тут же поставили, прокрутили и протянули. Вот что у нас получилось. Он такой яркий стал. И наши маленькие лепестки. Но лепестки мы не по кругу идем, а только впереди высветляем. Те лепестки уходят у нас в тень. Мы делаем кисточку лопаткой. И рисуем маленькими шажками такими. Вот что у нас получилось. Стал немножко вырисовываться наш цветочек. Подсушиваем 5 секунд. Девочки, еще чуть-чуть раз мы затеним. Мы возьмем топ, смешаем с черным цветом слегка. И немножко, чуть-чуть, еще раз затонируем, смешаем, чтобы не сильно казался переход от светлого к темному. Чуть-чуть. И здесь чуть-чуть затонируем. Вот что у нас получилось. Сушим 5 секунд. Вот такой у нас цветочек. Еще раз мы высветлим лепестки наши, выделяя их на первый план. Берем наш серый, добавляем еще белого посветлее. Теперь мы делаем. И помним, что с каждым разом наши мазки все короче и короче, ближе к центру. Помним, мы первый листик рисуем от граммофончика на себя. Поставили. Девочки, мы слегка, я прям кончиком не давлю. Раз, два. Вот. А здесь мы уже наоборот идем. Ближе к центру теперь рисуем, отступаем. И чем ближе, выше мы поднимаем, тем ближе мы к краю нашего граммофончика подходим. Вот что у нас получилось. Теперь наш граммофончик мы высветлим тоже в зеленый цвет, добавим белый и желтый.
Чисто белым не надо высветлять, всегда мы добавляем желтым. И можно вот с одной стороны поставить и высветлить. Вот так. И наши маленькие лепесточки прям стараемся по краю высветлить. Вот так бочком проходим. Можно так чуть-чуть. Тут еще чуть-чуть. Вот что у нас получилось, видите? Сушим 5 секунд. Девочки, ну я еще хочу яркость придать нашим лепесткам. Я беру уже чисто белый цвет. Чуть-чуть беру, вот чтобы много не было, я видите как делаю, растушевываю и опять так же, и только еще короче делаем наш мазок. Поставили, чуть-чуть придавили и протянули. Вот что у нас получилось, видите, сразу ярче и по кругу. Видите, как заиграло все. Можно сразу же сделать нам чертежку, ну или обрисовку нашего цветка. Мы белый добавляем светлый в серый и делаем прорисовку нашего цветка. Я могу подогнуть листики за счет того, что у нас края темные, кажется, что это тень. Видите, подвернули мы листик. Я волоском делаю чертежку. Можно вот это тоже сделать. Подгибаю. Вот, что у нас получается, мы листики подогнули. Здесь просто прорисовали. Вот так. Так у нас получилось. Чертежку мы сделаем также на наших лепестках маленьких от граммофончика. Тоже сделаем желтый с белым, мешаем посветлее и сделаем чертежку. Выделяя наши лепестки, четкость наших лепестков. Там девочки тут не делать, неудобно тут вот так. Ну и тут половинку, потому что у нас снизу идет темнение. Вот что у нас получилось. Девочки, вот я смотрю, я бы, наверное, еще высветлила чуть-чуть бы вот этот вот рядок, чуть-чуть. И уходит в тень. Вот так. Мне кажется, так лучше. И тоже сделаем прорисовочку чуть-чуть наполовинку. Все. Вот что у нас получилось. Теперь мы добавим тычинки, или я не знаю, как это называется правильно. Я
зеленый цвет опускаю кисть, желтый ставлю точку, раз, два, ну и три. И от этой точки я веду к центру. Вот такие тычиночки у нас получились. Теперь мы нарисуем стебелек сразу. Я зеленый чуть-чуть высветлю, чтобы не сильно темный был. И рисую наш стебелек. Давайте отсюда пойдем. Ну и вот сюда вот он выходит, пускай. Была кисть побольше взять, что маленькой кистью. И рисуем наши листики зеленым цветом, темным. Можно сюда уходит листик. Ну и давайте его согнем, вот так поставили, придавили и полукругом прошлись. Сушим 5 секунд. Девочки, теперь то же самое, как мы тенили, делаем все с листочком. Затеняем снизу и кончики наших листиков затеняем. Можно даже стебель затенить. Тяни чуть-чуть и сушим. Теперь мы немножко высветляем, берем зеленый, добавляем желтый, маленькую капельку белого, высветляем, придаем блик. Подсушиваем немножко. Еще сильнее высветляем. Ну, чуть-чуть. Я хочу немножко затенить вот тут вот наш хвостик. Нашу ниточку. Что-то. И подсушим немножко. Теперь сделаем чертежку. Тоже на листике посветлее делаем. И желтый. И делаем нашу чертежку. Листик как будто согнулся. Вот что у нас получилось. Сушим. Перекрываем топом
и сушим до полной полимеризации. Девочки, вот такой нарциссик у нас получился. Вот наши нарциссики. Спасибо, что вы досмотрели мое видео до конца. Кто досмотрел? Если вам понравилось видео, ставьте пальчик вверху. Подписывайтесь на мой канал. Будет много интересных мастер-классов. До свидания, до новых встреч! Yogi, shake your chest, just wiggle your hips.